Наверное, сейчас загибать пальцы, чтобы Валера что-то сделал не так. Хотя здесь бесполезно абсолютно. Потому что, как я и говорил, у Валеры в голове буквально встроен GPS. Мы проверяли все это в НИИ GPS голова, как это. Ну, короче, есть научно-исследовательский институт по повышение квалификации водителей и по всем прочим делам. Так вот, выяснили, что у Валеры практически аналог GPS встроен в голове. Поэтому он едет так, как нужно. Какие-то вот недоразумения приключились у Марата с Валерой. Друг с другом они, ну, не бомздовили. Это нормальное явление. И заезд номер два, дамы и господа. Такой случай, как эта машина едет по маске. А тут их подпишите, да, не подходит. А ну, если все будет нормально, то вроде это ничего. Вот оно, нарушение было. Валера Гордина, мы его заметили здесь, то наблюдал за ним Роберту. Главное теперь докатиться. Просто докатиться и не нарушить маршрут, все сделать грамотно. И тогда все будет замечательно. Будет по одному, и Роберт получит шанс выиграть в этом заезде. Старайся, Валера, что происходит? И не свалил. Все, буду молчать теперь совсем. Вообще невозможно здесь сидеть туда лицом, с этой сменой караула. Ну ладно, едем дальше. Так, Кирилл против Евгения. Алма-Ата и Астана у нас здесь, Астана у нас бумер. Ну зато девчонки у нас Алма-Аты. Давай, открываем. Спасибо тебе, за твое присутствие здесь. Ах-ха-ха, перекручивай, Женя, перекручивай. Знает же мощь своего автомобиля, знает, что он способен, но перекрутил. Теперь ему придется догонять Женю и надеяться на то, что тот собьет фишку или сделает какую-нибудь карту самому себе. Да, мы понимаем, что Субарик очень хороший, заряженный, хорошо построенный этот автомобиль, но немножко перекрутил его владелец. Надо вот теперь приезжать в свою дистанцию, доехать ее грамотно, правильно. И надо было на прописи, так вы понимаете. Может ли он догнать своего соперника или нет, об этом мы узнаем чуть попозже. Мы, естественно, в студии наблюдаем за тем, чтобы наши спортсмены ничего не задели. То есть вот здесь колеса, которые расставлены на кастане, это же зона, что участники зарабатывают штрафные баллы. Оттормозился, научил Кирилл это делать, отлично. И Женя, 16-й бортовой, Субарик подъезжает на своей дистанции. Астана, напомню, баунс-сервис, вот этот BMW. Но Алма-Ата у нас стоит на дистанцию и будет пытаться отвоевывать свои преимущества в этом заезде. Смотрите, мне по секрету, что здесь показалось. Да какая разница, в общем-то, и просто Субару можно брать. Да, друзья мои, мне сказали по секрету всего света. Ну, во-первых, давайте вспомним, что Астана Моторс с торговой маркой Субару у нас выступает генеральным спонсором. А мы второе, друзья, оказывается, все фотографии сегодняшнего мероприятия, ну, равно как и друзья, выступает нашим главным партнером и нашим другом компания Астана Моторс. Можно искать в Фейсбуке, в социальных сетях. Субару Казахстан, это очень легко найти. Заходите, ищите, там в том числе и наших спортсменов, которые не доказывают. Ах-ха-ха-ха, Кирилл! Кирилл фишку словил! Причем обе. Ну что ж, по одному. Так. По одному мы проводим жеребьевку. Изумительно проходит свои повороты. Вроде бы как шансы уравнялись. Вроде бы как Алма-Ата у нас впереди. Теперь самое главное — станение средства. Напомню, основная — это вот этот бордовый, темно-бордовый бумер, который у нас летит вперед под управлением Кирилла Кабанева.
Ну а Женечки на своем кубарике уже приближается. Сразу центральная линия. И вполне возможно, Алма-Ата в этом заезде победит. Так, господин Жизиев, вам победа. Кто-то парни из Караганды, наши суржовые каргандинские парняги используют угольную пыль самого главного забоя. Ладно, все это, конечно, шутки, а столица, просто столица Казахстана, город Астана, против столицы Шахтерской, города Караганда. В общем-то, такие автомобили. Перекрутил и приходит к исправлению положение, посмотрим, что будет получиться. Вот вам и Гриша Капец.